делаю высадку, то есть рассаживаю. Вот такая, то есть это красота. Делов, конечно, полно. Сейчас буду высаживать, продолжать. Надо продолжать высаживать. Время не ждет. Надо заниматься. Тараторить хорошо. Надо и действовать, делать дела. Ну, я снимаю для вас. Мне-то что, я-то живу среди этого. То есть живу с этим, работаю с этим, тружусь с этим. Занимаюсь этим. Уже сколько? 10 лет занимаюсь. Вот так вот красота. А клёна сколько у нас, да, растет, как сорняк. Сеянцев сколько, полно. Все усыпано клёном. Вот. Такая вот природа в средней полосе России. Какая зелень. Солнышко немного. Вот, солнышко. Вот сколько делов-то, ребят. И все это в одни руки. Все в одни руки. Обеспечить себя можно еще много народу. Накормить, напоить, накурить даже. Проблем нет в этом. Лишь бы трудиться и все. Вот тоже сиренька. Сирень. Вот день разогревается, разогревается. Вот такая красота. Соловьи кругом поют целыми днями и ночами. Вот. Такая красота. Ну вот что, будем прощаться, да? На такой красивой ноте, да? На такой природе. На таком солнце. Ну ладно, что, пишите там, задавайте вопросы. Сейчас будет время. Буду по возможности заходить, отвечать. Так что вот так вот. Вот все. Сирень цветет последний, то есть. Один раз в году, одно мгновение. И до следующего года. Ну что, на сумке закончим наше видео. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Пишите, не забывайте там. Что непонятно, отвечу. Всем до скорых встреч. До свидания. Пока. Всего хорошего, ребят.